Не забивая мячей в ворота соперников, много очков не заработаешь. Безвыигрышная серия КамАЗа подзатянулась. Вот и матч с воронежским «Факелом», который прошел накануне в Набережных Челнах, тенденции не сломал. Подробности у Егора Орлова. Это один из самых опасных моментов у ворот «Факела» за всю игру. Первые 45 минут команды, грубо говоря, просто катали мяч по полю. У КамАЗа все та же проблема. Моменты есть, но до гола дело не доходит. Впрочем, гости из Воронежа играли в этот вечер в точно такой же футбол. Были перед этой игрой большие кадровые проблемы. Проблемы у нас выбыло два основных игрока. Кроме того, тренер «Факела» посетовал на неровности поля, которые не дали построить комбинационную игру. 0-0 – итог игры, которая принесла командам по одному очку, но не доставила никакого удовольствия болельщикам. Вера последних слабеет, ведь от вылета из ФНЛ КамАЗ может спасти только чудо. Победы в оставшихся 6 турах, при том, что соседи по таблице будут терпеть неудачи. Но автозаводцы сдаваться пока не намерены. Я надеюсь, в ближайшее время кто-то попадет под горячую рубку, ну и, в принципе, разродимся, можно так сказать, как говорится, и забьем. Следующий матч у КамАЗа выездной. 25 апреля в Иркутске сразится с местным Байкалом. А вот 2 мая уже домашняя игра. В Набережные Челны приедет команда «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.